Ищете кому-то подарок? Нет, что-нибудь для себя. У нас только стандартные размеры, а ваш, может быть, найдете в интернет-магазине. Ясно. Я вот что поняла. Сколько бы нам ни твердили, что главное – внутренний мир, женщины прекрасно знают, для мужчин нет ничего важнее внешности. Ты как? Тебе не кажется, что я страшная и толстая? Так бы взяла и съездила по твоей физиономии. Даже мой скелет, небось, толще, чем ты. Да пробовала я эти онлайн-знакомства. Дальше фотки никто не смотрит. Как же это бесит! Мне всегда хотелось узнать, каково это – чувствовать себя неотразимой. Все нормально? Нормально? Вы сильно ударились головой. Стоп! Это я? Это я? Бог ты мой! Вы видите это? Да. Я... красотка! Понимаю, вы меня не узнаете. Но это я! Рене! Что происходит? О, свихнулась. Мне две текилы? Заказ 118. У вас какой номер? Мастер пикапа. Вы о чем? Какой номер? Доставай мобильный, продиктуй номер. Вы со мной разговариваете? Я дважды не предлагаю. You, почему вы считаете, что достойна этой должности? Понимаю, с моей внешностью я могла бы работать моделью. Но я хочу большего. Ох ты. В моей жизни все круто изменилось. К сожалению, многие люди не знают себе цену, но... ты явно не из их числа. О, там конкурс бикини! Диджей, музыка! Красотка на всю голову! Я подумала, возможно, ты захочешь немножечко эротики. Не уверен, что ты понимаешь значение слова эротика. Ты же абсолютно голая.